Мои биатлонные друзья, вот мы на стадионе в первый день гонок. Сегодня женский спринт. Появились уже палатки с едой для болельщиков, что, конечно, не может не радовать. Для прессы. Пока я один, но уже радует, что есть печенье, чай, горячая холодная вода. Там дальше удобство. В общем-то, все, работать можно. Было. Удивительно, но правильно все сделала, не дергалась. Молодец, так что, да? Настоечки мне не нравятся, что ты вот опять подныриваешь. Я без них.
Второе место. Ирина Казакевич, Свердловская область. Первое место Наталья Гиппова, Красноярский край. Помогите, что я буду.